Выпускные балы стартуют сегодня в Беларуси. Этот день вызывает двоякие эмоции. С одной стороны, счастье, ведь у ребят начинается новая самостоятельная жизнь. С другой, грусть. С окончанием школы заканчивается детство. Но память всегда будет хранить школьный альбом, и их напечатают 57 тысяч. Именно столько выпускников в Беларуси в этом году. Аттестаты, нагрудные знаки и золотые медали вручают сегодня выпускникам лицеев. В учебном заведении при Гомельском инженерном институте МЧС окончание учебы лицеисты отметили прощальным вальсом. А лучшие в учебе и спорте по традиции установили памятную 9-ю по счету плиту, после чего выпускники прошли торжественным маршем и бросили в небо монетки на счастье. Затем для них прозвучала последняя в лицейской жизни команда «Равняйсь, смирно, вольно разойдись», и в воздух полетели фуражки. Большинство из выпускников дальнейшую судьбу свяжут с профессией спасателя. За 5 лет наш курс очень сильно сдружился. Мы стали, в принципе, одной большой семьей, и мне очень грустно расставаться с этими людьми. Я буду пробовать поступать в командный инженерный институт. Ну, вот я надеюсь, что я пройду. Они приходят уже на курс подготовленные, и им гораздо проще. Тем более они уже осознанно выбирают профессию, они знают и тонкости, и сложности, и трудности. Мы уже сегодня имеем выпускников, многие из них офицеры, и достойно выполняют свои задачи. В день выпускного подарок получил и сам лицей МЧС. Здесь открыли первую в регионе площадку стрит-воркаут. А лучшие спортсмены Беларуси по этому виду спорта продемонстрировали, каких результатов может добиться каждый. В связи со школьными мероприятиями в Беларуси сегодня запрещено продавать алкоголь до 8 утра субботы.